Приветствую, друзья! Давным-давно, в те далекие времена, о которых нам так старательно умалчивают, существовала единая энергия, которая работала именно в созидательном направлении, в котором существовали прежние цивилизации, о которых, к слову сказать, нас также заботливо оберегают в информационном плане. Думаешь, раз я великан, так непременно лопаю человеков? Мол, нельзя этим немощным знать того, чего нельзя. Так вот, эта энергия была едина и складывалась вместе из мужской и женской. Однако, с приходом некоторых темных сил все изменилось. Точнее сказать, этим темным путем обмана удалось захватить те развитые цивилизации и переформатировать их созидательный образ жизни в обычный, если говорить простыми словами, рабский труд. А чтобы когда-то вольные человеки не смогли заново объединиться, разделили и их принципы получения и использования энергии. Но это очень долгая история, а если вкратце, то разделили мужчин и женщин по разные стороны, чтобы одни считали себя одним видом, а вторые другим видом человеков. А чтобы это еще и закрепить в сознании, создали два разных праздника для мужчин и женщин, чтобы использовать еще и эмоции человеческие. А перефразируя известную поговорку, что тварям хорошо, то человеку не очень. Но сегодня как раз и один из таких дней. И что вы, наверное, думаете, раз я против раздельных праздников, я не буду поздравлять женщин? Буду, конечно, и поздравляю всех женщин с праздником весны. Но я еще сделаю ход конем. Я хочу поломать систему и не дать сегодня украсть у нас эту энергию. Я хочу, чтобы все женщины сегодня, вопреки ложным традициям, порадовали бы всех своих мужчин в этот день. Уделили бы им не меньше внимания. И тогда можно будет переломить ситуацию и не отдавать нашу совместную энергию. Давайте попробуем. Еще хочу сказать пару слов про бурно обсуждаемой теме закрытия Ютуба в России. В пятницу YouTube отключил показ рекламы в России. Ну, типа, это его санкции для нас. Здесь, конечно же, напрашивается вопрос, а для чего эта проверка? По сути, если смотреть с точки зрения самого YouTube, что ему тогда здесь делать-то? Дохода с России ему не будет, а задарма буржуи никогда не работали. Поэтому логично, наверное, будет предположить, что это подготовка к полному закрытию вот так называемой России. Вы, наверное, спросите, куда мы катимся? Хер его знает! А ходит здесь еще предположение, рекламу съели из большого уважения, к чему бы вы думали, у кого какие догадки? Ага, догадались, конечно же, из большого уважения к Союзу Советских Социалистических Республик. Да, есть такое предположение, все сходится, в России YouTube рекламу не показывает, а в СССР неизвестно. Быть может, даже заработает. Вот как раз 14 марта первые соглашения в Беловежской пуще подпишут. И заработает, наверное. Но уже на территории СССР. Но что-то мне подсказывает, что нет. Но я еще вам хочу сказать, что сейчас без рекламы смотреть одно удовольствие. А в СССР реклама вообще запрещена. Блять, не работает. Но сейчас еще страдают очень много зрителей по незнанию, которые купили подписку премиум. Они ведь платят каждый месяц, а YouTube им ничего не говорит. Получается, YouTube их дурит. Все как вы любите. Они платят по 200 с лишним рубчиков каждый месяц, чтобы не видеть рекламу, которой и так уже нет. Понимаете степень ютубного лицемерия? Друзья, срочно распространите этот ролик среди своих знакомых. Вдруг они тоже платят ни за что. За воздух. И нас регулярно где-то наебывают. Нужно, чтобы непременно об этом обмане все узнали. Пусть те, кто раньше платил, срочно отказываются от этой премиум подписки. Надо экономить национальные ресурсы. Зачем платить за то, чего нет? Ну а вам мира и добра. До встречи. Все. В смысле, вообще все, блядь. Больше никакого продолжения нет.